Я логически предположил, что эти демоны окажутся неадекватны перед лицом твоей стратегии. Призвать и убить. Призвать и убить. Как-то оно непоследовательно. Неужто разумом пришлось платить за силу? Люди, они упрямы и глупы. Они должны увидеть ад воочию, чтобы принять и восхвалить их бога. Как иронично ты не находишь. Ха! Я нахожу, что ты мне надоел. Я пришел, чтобы вернуть то, что по праву мое. Я буду! Вот зачем ты
пришел! И вот почему я стою на твоем пути! Ты споткнешься, попытавшись преградить мне путь! Но я не против, ибо в драке такие сумасшедшие противники, как ты, много лучше пустоты. Возможно, такое различие между нами. Ты отказался от всего человеческого, вот и все. Но ты же не человек. Так почему я ниже тебя? Ты считаешь людей слабаками. Понятное дело, их тела физически слабее, чем у демонов. Но есть у людей нечто, что демонам недоступно. Что? Что? Это чего нет у демонов? Жалься над ученым, прошу тебя! Скажи! Нет! Если ты собираешься продолжить свои исследования после смерти... Нет! Вот тебе домашнее задание. Немая сцена. Занавес.